Казахстане среди 130 национальностей вот уже 58 лет живет один из самых древних народов мира – ассирийцы. Их здесь немного, всего около 500 человек. Но у диаспоры есть свой культурный центр, своя воскресная школа, танцевальный ансамбль. Казахстанские ассирийцы знают друг друга в лицо. Практически каждый из них успешен и старается своим примером донести до окружающих, что этот народ не затерялся в круговороте истории. Он сохранил свою самобытность. Прикоснуться к древней истории попытаемся сегодня и мы в программе «Казахстан. Народы и судьбы». Событиями тысячелетней давности ассирийец Валерий Ушанов начал интересоваться с юности. Его интриговал факт причастности его народа к древней истории, к истокам человеческой цивилизации. Я, когда только осознал, кто я такой, к какой нации принадлежу, я, естественно, стал очень сильно интересоваться, читать древнюю историю и так далее. Я, можно сказать, с юности проникся этой гордостью за тех древних ассирийцев. Естественно, я все время хотел об этом донести окружающим нас, людям, живущим вокруг нас. Потому что, к сожалению, о нас очень мало было известно. И живя среди других людей, в общем-то, наши соседи часто даже думали, что мы кавказцы или еще кто-то. Но как ассирийцы нас они не идентифицировали. Валерий Жанович – потомок ассирийцев, которые жили между речи Тигра и Фрата, в стране под названием Месопотамия. Это территория современного Ирака. Еще за 3000 лет до нашей эры здесь зародилась шумерская цивилизация, которая сменилась аккадской и затем ассиро-вавилонской. В 12 веке до нашей эры здесь было образовано ассирийское государство, которое пережило, как и многие империи, период расцвета и падения. На протяжении 700 лет оно вело войны и значительно расширило свои земли, которые простирались от территории современного Египта до Турции, включая Сирию, Ирак и другие ближайшие страны. Народ, он занимался не только войной, но и, как говорится, создавал письменность. Это одно из величайших достижений, то есть клинопись возникла там. Потом также со временем оно развилось, превратилось в буквенное письмо. Впервые в столице Ассирии древней, это Ниневия город, была создана библиотека глиняных книг. Царь Ашшурбанипал приказал собрать со всей страны все известные таблички с литературными, экономическими, там, торговыми трактатами и так далее. И наиболее известный это эпос о Гильгамеше, литературное произведение, которое вошло в сокровищницу мировой литературы. Арамейская речь в нашумевшей картине Мэла Гибсона «Страсти Христовы» понятна для Валерия Ушанова. Древний язык сохранился, только сегодня его называют новоарамейским, который, по мнению некоторых специалистов, вошел в основу современного ассирийского языка. Иисус Христос проповедовал на арамейском языке и говорил. Это язык, которым говорили ассирийцы тоже. То есть язык, вот как раз он является одним из доказательств того, что мы являемся потомками тех древних людей, потому что в языке как нельзя лучше сохраняются все вот эти национальные черты и особенности любого народа. Вот уже более 2500 лет ассирийцы не имеют своего государства. Выжить, не затеряться среди других народов им помогла религия. Это был первый христианский народ на Востоке и во всем мире. Они первыми стали проповедовать христианство. История ассирийского народа, особенно после распада Ассирийской империи и падения Вавилона, она как бы предопределила лидирующее положение ассирийцев в новой идеологии, в христианстве, в Библии. Ассирийцы упоминаются достаточно широко и по некоторым подсчетам более 150 раз. Ассирийские священники, монахи, епископы, диаконы были известными на весь мир миссионерами.
Миссионеры, проповедуя христианское учение, охватили часть Африки, дошли до Китая, Индии, Кавказа и Средней Азии. Сохранились даже следы их пребывания на казахстанской земле. Установлено, что в древних городах Казахстана, Таразе, Мерке действовали церкви, которые просуществовали до 9 века нашей эры, времени прихода сюда мусульманской религии. Возвели их ассирийцы-христиане, бежавшие от притеснений и попавшие в эти края по Великому Шелковому пути. На долю ассирийцев выпало немало испытаний. Они пережили гонения со стороны империи Тамерлана, со стороны крестоносцев, пришедших с Западной Европы. Многие продолжали жить на исторической родине, укрываясь в горных, труднодоступных местах. В XIX веке постоянные военные действия на Востоке вынуждали некоторых переселяться в поисках лучшей доли на территорию России.